Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что отрадно, что тревожно, замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду потчевать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги, вот вам Гегель, полистайте, вот альбом художник Брейгель. Если мы сойдемся в полуночном разговоре, мы души душой коснемся, ни о чем уже не споря. Чаем. Пироги давно простыли.